Давай, 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 давай. Сейчас унесет волной сейчас. Так, друзья, всем привет! Сегодня мы сделаем отличную самоделку из обычного бруска 50 на 50 мм. Взял сразу сухой строганный. Также понадобится 4 шпильки М12, шайбы, гайки, добротный защитно-красящий состав, немножко инструмента, ну и, конечно, отличная музыка, чтобы все это собрать. Первым делом распаковываю брусок и закидываю на стол. Готовлю заготовки длиной по 149 сантиметров. Предварительно торцую края. Напилив кучу бруска, выкладываю на стол, выравниваю край и делаю разметку для будущего сверления. От края взял 6 сантиметров, так скажем, небольшой запас для того, чтобы брусок не треснул при нагрузке. Сверлить отверстие буду сверлом 14 мм, хоть и сама шпилька М12. Таким образом, она будет проще и легче заходить на свое место. Сделав все отверстия, раскладываю на стол и шлифую края, чтобы не было лишних заусенцев. Таких заходов будет аж 4, так как после шлифовки продуваю весь брусок от опилок и готовлю к покраске. Покрывать буду брусок защитно-красящим составом 3 в 1 от Forbitex Profi Extra Wood. Прям с помощью валика. Отлично наносится и впитывается в древесину, сохраняя и подчеркивая естественную текстуру материала. Имеются добавки льняного масла и натурального воска, что препятствует растрескиванию и высыханию древесины. Ну и, конечно, имеет биодобавки для защиты дерева. Всем рекомендую, уже использую не первый раз, а где найти, все подробности оставлю под видео. А мы тем временем повторяем все процедуры 4 раза, обрабатывая весь брусок и оставляем его высыхать. Далее приступаем к сборке. В стартовых брусках рассверлил отверстие побольше и забил туда гайку, чтобы она стопорилась и не прокручивалась. Цепляю шпильки к первым брускам и собираю не спеша весь куб.
Если вы будете повторять эту самоделку, то рекомендую собирать сразу на том месте, где будет она стоять, иначе в одного ее нереально перенести. Высота куба получается около метра, а внутреннее расстояние где-то 133 сантиметра. После сборки на верхние бруски накинул шайбы и гайки и все протянул, а лишнее срезал болгаркой. Сразу заготовил 4 финишных бруска, которые будут прижимать сверху и завершать куб. Нашел в сарае остатки пенофола и обтянул весь куб, чтобы все стенки были помягче. И заранее скажу, так как первый тест решил провести с парниковой пленкой, по факту в дальнейшем ее хватило на 4 раза, так как после прыжков мы ее разорвали снизу, скорее всего из-за расширения воды. И сейчас уже тут ПВХ-мембрана под заказ в размер. Но если не прыгать, то все даже очень круто. Полиэтилен брал самый обычный, размером 5 на 5 метров. Нашел центр и растянул по всей купели. А далее стал наливать воды. Как куб заполнился, закрепил верхние планки и обрезал лишнюю пленку. По итогу могу сказать, получилась очень крутая купель. Своими руками бюджетом около 5000 рублей, которая дарит кучу эмоций. И если понравилось видео, поставь лайк и подписывайся на канал. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. Всем хороших, огромных эмоций и всем отличного настроения. Так что пока-пока. Вы хотите на это посмотреть? Да. Как это будет выглядеть? Давай. Унесет волну сейчас. Ha ha ha!